Всем привет! Это видео к проекту «Полицейская сирена» из набора «Метро базовый». В данном проекте мы научимся управлять модулем Zoomer. Откроем методичку на странице проекта. Подключим модуль Zoomer к управляющей плате. И напишем скетч для проекта. Подключим библиотеку и Arduino Metro. В теле функции loop вызовем функцию on для модуля Zoomer. В качестве параметра передадим частоту в герцах. Затем короткая пауза при помощи функции delay. И снова функция on, но уже с другой частотой. И снова функция delay. После того, как мы написали код, подключим управляющую плату к ПК. Выберем тип платы Arduino Leonardo, выберем COM-порт, к которому подключена плата, и загрузим скетч. Модуль Zoomer имитирует звучание полицейской сирены. Для этого проекта в методичке есть дополнительные задания, не забудьте их выполнить самостоятельно. Это поможет вам лучше понять работу программы и закрепить полученные знания. Если по каким-либо причинам проект не работает, то вы можете зайти на сайт набор.trema.ru, скачать скетчи к этому проекту и загрузить их в плату. Также на этом сайте есть все необходимые материалы по данному набору. Продолжение следует.